Так, сейчас Марина пойдет купаться. Поставит камеру, как всегда, на землю. Будет снимать. Нашла вот такие камешки классные, круглые. Просто засунула руку в воду. Ну, маленький я выброс. Куда, куда? Волны вообще уже хотят меня смыть. Чтобы я здесь не сидела. Разошлись. Ебану. Короче, надо убегать. Шумный, оказывается, оборзели. Пришлось пересесть. Ветер, видать, поднялся сильно. Я потеряла свои камешки круглые. Ну ладно, другие найду. Все, я счастливая на море. 29-го, то есть завтра в Бердянске должен быть какой-то, не знаю, короче, праздник шашлыка. Это я выслушала по радио. Надо поехать чуть больше. Еще я хочу в зоопарк съездить. Сдаться в зоопарк.
пирожки. Вообще наглые стали. Залазят уже сюда, потом залезут. На сюда они не залезут, тут есть предел. Хотя могут, конечно. Это ж под такие волны только большие залазят серфингисты. Там катаются. Ну, половина их, конечно, искусство требует жира. Ладно, пока.